Торговые точки с мороженым, напитками, сотовыми телефонами и экскурсиями «Паралия», как филиал Греции, где есть все. Предлагают услуги и товары, привлекают покупателей и клиентов, зачастую за рамками закона и границ, указанных в договорах аренды земельных участков. Спасаясь от жары, устанавливают зонты на муниципальной территории. Это нарушение. Или завешивают торговые точки и павильоны тканью и простынями. Реализатор мороженого и молочных коктейлей защитил себя от палящих лучей солнца и при этом оставил молоко на солнцепеке. По правилам хранения молока в тетрапаке оптимальная температура от плюс 2 до 25 градусов. На солнце молоко нагрелось за 30. И вряд ли такой молочный коктейль доставит удовольствие ребенку или взрослому. Реализаторы рискуют здоровьем своих покупателей. При подписании договора на реализацию мороженого продавать можно только мороженое. Предприниматели на торговом месте пытаются продать все, что можно. Редко хозяева приезжают на точки реализации, чтобы решить проблему на месте, устранить все нарушения и наладить законную торговлю по правилам. Пока гром не грянет и штраф не выпишут. Пока комиссия, в состав которой входят сотрудники управления торговли, казаки, общественники и полицейские, проверяют законность деятельности одних объектов, другие самоупраздняются от закона подальше. Так быстро смотались цепи по 5 рублей за сантиметр и почти самостоятельно ушел игровой автомат. Сразу чистить начали. Сразу автомат, нашелся хозяин автомата. Объекты, установленные с нарушениями, изымают и вывозят до оплаты штрафа и устранения противозаконных действий. Рейды проходят ежедневно и досконально. Например, эта проверка длилась 7 часов. Поэтому всех предпринимателей еще раз предупреждают не нарушать правила и не подрывать доверие компетентных органов и покупателей.